товарищи, это наш праздник. Мы сегодня с гордостью вспоминаем наши бессонные ночи, наш общий энтузиазм, нашу непоколебимую твердость духа, которая не сломила ничто, ни отдельной, ни палатки, ни плохое снабжение, ни усталость. И мы сегодня можем рапортовать: ответственное задание выполнено! Каспийское пароходство получает еще один вновь отремонтированный танкер, танкер Дербент. Счастливого плавания, товарищи! Приветствуем инженера Басова! Трое суток, товарищи, его замечательная бригада не выходила отсюда. Это был настоящий трудовой штурм. И какие получены результаты? Бригада инженера Басова добилась высоких показателей. 75% проектной мощности. Правильно я говорю, товарищ Басов? Скажи, товарищ Басов, давай. Я действительно трое суток отсюда не выходил. И ребята из бригады со мной сидели. Так что ж нас за это? С музыкой встречать надо. За это нас бить надо. Что? Не умеем работать. Вот тому я врал, и штурмы разные. Не умеем беречь секунды. Вот поэтому и сидим невылазно. А что мы сделали? Левый двигатель при полной нагрузке сколько дает? 103. 103. А правый? 105. Вот. Безобразие. Это же почти проектная мощность. Это первый случай у нас, когда вопреки нормам... А ты что утверждал? Я ничего не утверждал. Утверждал? А ведь завод выпустил серию в срочном порядке. А приемка была, сам знаешь как. Не замазывай вопросов, Бронников. Вечная твоя манера. Тихо, давай. Давай, Иван, практика показала наши возможности. И мы их знаем, тоже учились. А ты ставишь задачи невыполнимой и делаешь это формой недопустимой. Это демагогия. Да просто оскорбление коллектива. Я категорически заявляю, двигатели Дербента отрегулирован недостаточно. Правильно. И количество оборотов может быть увеличено. Правильно. И что тут говорить? Так сдавать судно, это значит обманывать государство. Верно. Александр Васильевич, Александр Васильевич. Видели, каков фрукт? Не дай бог вам такого. Что случилось? А то, что, товарищ инженер, ерунда получается. Потом мне же отвечать. Дал я, как вы говорили, лишние обороты. И вот опять авария. В книгах ясно пишут, нельзя, есть нормы. Брось эти книги, они старые. Александр, ну какой вам смысл ввязываться? Ведь сдают же так, все сдают, и мы... О. Да, ну не завидую я тому механику, который будет работать на этом приборе. Не умеем работать, не умеем считать секунды. Обманываем государство. Это я, Нейман, ночи не сплю, поблизости где-то. Ну как же передовой инженер борется с отсталым руководством, с костными инженерами? Вполне понятно. Выскочка. Да. Да. Механика вы просите на Дербент. Что я могу сделать? У меня же не морская школа. Согласовано? Почему? Яковлевич, Басова. Хорошо. Кажется, я вам найду механика. Есть механик. Замечательный механик. Передовой инженер. Партиец. Да, да, член партии. Но только что инициатива исходила от вас. Это обязательно условие. Я жду, а тебя все нет и нет. Смотри, я скоро стану старухой. Подожди, Муся, подожди. Я устал и злой, как черт.
только окончился твой аврал, а сегодня первая годовщина нашей свадьбы. Помнишь, на вечеринке у Неймана, когда мы с тобой познакомились? Я думала, вот он какой Басов. А ты сидел напыженный, в ярком галстуке бабочкой, который ужасно мешал тебе жить. Постой, постой. Я сейчас хочу все-все вспомнить. Помнишь, я тебя первая поцеловала, когда мы сидели на подоконнике за портьерой. А ты скомандовал, как командир, ать-два, и сейчас же надо расписаться. А мы с тобой почти не говорили совсем. Я тебе очень понравилась. Сразу. Надоело мне. То у меня дежурство, то сижу дома, а тебя все нет и нет. Ты недоволен? Ты устал. А я гостей созвала, дура. Ну, я их выгоню. Скажу, болен и все. А завтра, командир, завтра ты должен быть со мной целый день. Завтра, Муся, я ухожу на Дербенте. Меня туда назначили старшим механиком. И это уже решено. Саша. Решено. Ты никогда не любил меня. И никогда я не была тебе близка. Но я не от этого плачу, ты не думай. А просто мне жалко тебя. Потому что ты неудачник. Муся, брось ты панику. Ну вот я сейчас все обдумал. Ну, посылают на трудное дело. Ну и что же, обижаться? Отказываться только потому, что трудно? Ну зачем ты бодришься, обманываешь себя и других? Ты прекрасно понимаешь, что восстановил против себя весь коллектив. Нет, тебя постарались отделаться. Да, да. А меня назвали выскочкой, сумасшедшим, неуживчивым человеком и плохим товарищем. Все верно. И только потому, что я никому не давал покоя. Ну, ничего. Мы еще посмотрим, я зубастый. И ты пойми, год живем вместе, пора бы разобраться. Нет, я не могу так больше жить. А ты живешь плохо? Да, плохо. Я уже неспокойна за наш завтрашний день. Ты так работал, и зачем? Чтобы тебя выгнали, чтобы на твое место сел никчемный человек. Короче! Ты можешь сколько угодно считать меня дурой, но, к сожалению, права я. Научись вести себя, шпана. Ты меня выгнал? Пусти! Мы еще с тобой
Встретимся. Последний раз пить. Гусейн, ведь ты же обещал больше не пить. Ведь ты работаешь, теперь идешь в рейс. Сказал. И баста. Тангер Бербен, у какого причала стоит? У четвертого. А вы что, там работаете? Буду работать. Буфетчицей назначили. А меня старшим механиком тоже назначили. Ну, очень приятно познакомиться. Вера. Басов. Да. Ну что ж, пойдемте, нам вроде по дороге. Давайте я помогу. Нет, не надо. Да не надо, да. Что я унесу сама. Вира, якорь. Вира, якорь. Правый, самый малый, вперед. Правый, самый малый, вперед. Мне досадно за твои тихие молчания всегда. Я эти молчания помню наизусть. Как же это вышло, что идейским писателем опять читаешь? Опять. А ну иди вниз. Жора, а ну иди поговорила. У него же перегрузка-то. Если ты смеешься нонче надо мной, вспомним, как с тобой выбрали обои меховой. Час.
А теперь одна я тихо стонет вьюга. Много верст далеки. Гусей! Разделяю. Давай мотористу вниз! Моторист! Идет! Кто еще? Дармех Басов! Да? Басов! Ну и что? Как что? Нарвались на такую личность, отдавай еще раз концы, вот что. Как посмотрел, глаза злющие, а сам все висматривый. Видали вы таких механиков, которые хуже царского боцмана? Идет! Мама дорогая! Здравствуйте, Салам. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, товарищ Тармен. Здравствуйте, товарищи. Опять старая музыка. Левый двигатель дает 103 оборота, правый 105. А я уверен, что можно дать все 112. А чего ж не дает, товарищ Тармех? Это же легко, начать да кончить. Начнем и кончим. Что? Начнем и кончим, говорю. Только это не так просто делается. Александр Иванович, ведь пробовали же, помните? Что? Я говорю, пробовали. Плохо пробовали. Инженера-регистра. Приняли теплоход. Составили акты, ладно. Инженеры живут на берегу, а на судне живут моряки. А вы, извиняюсь, моряк дальнего плавания. Ну, допустим, не моряк. А ты, извиняюсь, моряк? Моряк. И вы все моряки? Моряки. Ну, так вот вы и поможете. Так, что ли? А? Да. Ну, вот. Вот это так. Вот это так, что я скажу, что так. Чтобы во время рейса машины ремонтировали. Не было этого. И не будет. Черт его знает. Что это такое? Вызвать вахту. Почему беспорядок? Если это будет продолжаться дальше, пишу на берег. Ясно? Ясно? Ясно! Ребята! Ребята! Я гудок починил. Что? Починил гудок. Ну и как? Починил. Молодец. Ну, так я же специалист по гудкам. Таким образом, план вполне реален. Сомневаюсь. План дают несообразный с возможностями. Команду набрали в сбору по сосен. Разве это моряки? Это сброд какой-то. Везде грязь, мазут. Курят на палубе, несмотря на приказ. Разогнать всех к чертям и набрать новых. А вы говорите, план. Какой тут может быть план? А главное, у нас механизмы не освоены. Вот вы, Александр Иванович. Вы теперь механик у нас. Что значит не освоены? Кто виноват? Почему? Вот, товарищ Басов, еще во время приемки танкера говорил, что с двигателями не все в порядке. Правильно, не в порядке. Жаль, что я на заводе не успел до конца доругаться. А следовало бы. Но я думаю, у нас здесь дела пойдут иначе. Люди все другие, заинтересованные. И я уверен, что мы из наших машин выжмем все возможное. Ну, раз вы уверены, тогда прекрасно. Я лично считаю, что дело исключительно в двигателе. Ну, конечно, двигатель. Двигатель — это все. Ну, это как сказать. Все. Машины — это только часть дела. А тут есть много всего. Вот, например, разгрузка в Астрахани. Ведь я же слышал, что приходится проставить по суткам, только из-за каких-то неполадок. О разгрузке просил вас не беспокоиться. Не знаю, как у кого, а у меня отношения с Астраханью давно налажены. Сколько лет я уже тут плаваю? 25 лет, Евгений. 25 лет? Меня знают на рейде по гудку. Отношение ко мне особенное. Старая, знаете ли, хватка. Постойте, товарищи. Здесь затронут ряд важных вопросов. Вот, например, товарищ Басов затронул вопрос о разгрузке. Так надо этот вопрос решить. При чем тут разгрузка? Все дело в двигателях. Вы меня извините, товарищ Басов. Я человек прямой, но мы находимся в рейсе, а не на заводе. Здесь каждый отвечает за свое дело, и разговорчиками заниматься некогда. Надо работать. Согласен. Надо работать. Разрешить, товарищ подполит. Здравствуйте, товарищ Басов. Да.
Здрасте. Ну как дела? Ну как дела? На вашем берпете вся посуда поломатая. Так-так. Вся трещина. Очень хорошо. А? Да. Интересный мужчина. Астрахань, Астрахань, где баржи для разгрузки, баржи, баржи для разгрузки. Баржи, баржи для разгрузки, баржи, говорю, баржи для разгрузки, баржи. Почему задержались баржи? Ваши баржи подали Камали. 5000 тонн пошло в Астрахань. 9000 тонн стоит рейтишка от буксира. Не хватает тяги еще на 15000 тонн. Какие тонны? Где баржи для разгрузки? 5000 тонн пошло в Астрахань. 9000 тонн стоит рейтишка. Не хватает тяги еще на 15000 тонн. Где баржи? Олег Сергеевич! Чего ожидаешь? Давай, Кяка! Сам вела! Скипера давай! Или буксира нет! Давай, Скипера! Ланкерман, отсеките корму! Вы что? Что? Вы грузовой помощник или нет? Что у вас там делается? А что такое? Ты понимаешь, что мы не получим даже премиальных? А Гамалей обогнал нас, использовал наши баржи. Да ну вас! Дети, сейчас баржи свободы нет! Ударник дал 9000 тонн. Воззаводка кружил 5000 тонн. Наказ пришел 5000 тонн. Что вы привязались? Какие там баллы? Прекратите эти буки! Перед уме! На уме! Только ты будешь чинить. Я второй день работы, ничего не получается. Это что вы мясо из-за тебя сделал кучу? А вы можете не считать, я ваши кинопалки не считаю. Это не касается. Как вы списались по кускам? Кому не вы списались? Я капитан Сирис корабля. Ну, я плевать на капитана, у меня клапан не работает. Да, вот, 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 плевать, я надел на капитана, у меня клапан не работает. Я тебя кошу, а? Потяни свой гудок, милый. Леша, делай. Дверь. Астрахань, Астрахань, я Дербент. Астрахань, я Дербент. Вас не слышу, перехожу на прием. Нет, ее нет дома. Она, наверное, на дежурстве. Да. А кто это ее спрашивает? Я изъездил полсвета. И большую часть жизни провел в пути. Вы знаете, что может быть чудеснее ночи в незнакомом южном порту? Вы приходите с моря, вас обступают береговые огни, судно приваливается к стенке набережной, и вы слышите голоса. Голоса, говорящие на незнакомом языке. А в вашем распоряжении только одна ночь. Я... Романтик моря. Ясный месяц по небу гуляет, рядом звездочки светят едва. Сердцу больно в груди, но никто не узнает про любовь.
роковые слова. Точно вчера мы расстались с тобой, где же ты, друг мой дорогой? Годы проходят, а чувства не скрыть, мне тебя никогда не забыть. Белое лето мне хмурится. Тебе скучно со мной? Скажи правду. Что ты? Почему? Ты так грустно поешь. Хочешь, пою веселую? Нет, не пой. Я люблю, когда ты поешь эту песню. Под печальные звуки баяна эту песню тебе я сложил. Твое имя, мой друг, я твердил беспрестанно, и тебя я навек полюбил. Вечер спустил. А я знаю, что тебе хочется. Что? Тебе хочется выпить. Лучше не хочется. Совсем? Ага. Совсем-совсем. И люблю же я тебя, Женька, честное слово. Какой ты хороший. Почему никто не знает, какой ты хороший? Я бы так хотела, чтобы все знали. Сидишь ты на этом дербенте, и про тебя никто не знает, какой ты хороший. Вот если бы ты был на Гамали. Опять так, Гамали. Наш не хуже. Ого, вот не хуже. Конечно, не хуже. Мотористы у нас лучше ихних. Вот так лучше. Лучше. Мы их обставим, как обставим. Хотим. Обставим. Посмотрим. Посмотрите. Ты на меня сердишься, Кусель? Ага. Десятидюймовый снаряд. Бах! Бэм? Бэм. Молодцы! Ну, а дальше-то что? Ну вот, подъезжает ко мне Ворошилов на коне и говорит, слышь, Дагаева, забирай своих моряков и в наступление. Ну, а меня ребята всего... С нашего корабля. С какого же корабля-то? Аврору знаешь? Аврору, я знаю. Ну, а... С того, что рядом стоял. Ага. Ну? Погоди, не мешай. Выходим. Ночь, ветер 7 баллов. Вест, норд-вест. А против нас 5000 человек. 5000? Откуда же столько набралось-то? Молодой. 5000. И все в сапогах. Бэм. Бэм. Кто здесь подает? Кто подает? Слушай, в чем дело? Виноват. В такой случай к нам зашли матросы с знаменитого корабля, понимаете? А, каких бы в гражданскую гибнут традиции революционного флота. Да, конечно. Три заказал. Вы бы, Алексей Петрович, еще громче кричали. У них 1000 рублей премиальных на брата, а у нас что? А у нас в кармане 6. Плана не выполняем. Плана не выполняем. Почему не выполняем? Потому что простаиваем по 8 часов над разгрузкой. Они, небось, не простаивают. Это не пойдет. Не, не пойдет. Не пойдет? А почему? Такую марку не пьем. Не пьем. Счет дайте. Счет. О, привет, дирижеров. У меня для вас есть маленький сюрприз. Ура!
вчера кора. Вчера кора. Вчера корабль видал вдали. И каждый знает. Без наших песен. Его зовут. Его зовут. Ага. Себя моряков изображают. А тихо, Леша. А что, Леша? Я 40 лет, Леша. А в море я вас один всех забью. Да, лихостью забью. Тоже мне морские волки. Черепахи внутреннего сгорания. Небо Охотское море. Гробы на мокром месте. Шором бы на себя 12 баллов. Нортвейск. Отчаливайте тихоходно. Простите, не вы ли это будете знаменитый боцман Дагайло? И я, а что? Я очень много слышал о вас, когда служил в Кронштадте. Значит, я ходил на Аврове. Ну, так вот что, легендарный моряк. Мы выходим на 2 часа позже вас. Дадим им фору 2 часа? Дадим. А к вечеру догоним и возьмем вас на буксир. Что-то я плохо слышу. На буксир. Ладно, еще не понимает. На буксиру возьмете. Только свою маму. Ну, конечно. А вот Дагайло еще никто не обгонял. И не обгонит. Конечно. Все. Пошли. Эй, потерял! Гибнут традиции революционного флота. А? А что? Пора выдвигать. Танкер. Пить дать танкер. Да куда смотришь? Вон туда гляди. Так ты ж канонерка. А дым-то где? Не видать дыма. Канонерка. Это не канонерка, а танкер Гамали идет. Ох, и шпары. Обгоняй, сволочь. Ну, короче, корабль. Аврора. Аврору знаешь? Слыхал. Ну, копия. Понимаешь, мы выходим, они смеются. Да ну? Да, черепахи, говорит, внутреннего сгорания. Как так, черепахи? А вот так, мы черепахи. Тихоходы, гачпана, печкомеры, шантропа. Что? Врёшь. А вот спроси, а? Даем бы 2 часа фору, к вечеру ждите, обгоним. И на буксир возьмем. Жмёт! Не будет. Давай. Давай. Стучит головной. Вот, батенька. Поразительно, что у нас еще имеется такой танк. То есть как это еще имеется? А Гамали новый танкер. Между прочим, у него такие же машины, как у нас. Да, вот. А скоро и его доведут до ручки. Знаете, как у нас? Сначала гром побед. Стаханов, Целикорды, а потом... Обыкновенная история. Ну вот, обогнали. Ой, шляпа там в машину, был бы механиком, сыпал бы горячим. А вы что смотрели? Тихо, молодой щи. Сканцию дорожка. Thank you.
ловко, Аденька. Это что за гонки? Кто здесь распоряжался? Я голова. Александр Иванович, и я. Интересно. А вы знаете, что полагается самовольной деятельности на вахте? А вы знаете, что про нас моряки в ресторане говорят? Не знаете. Хиба ж так можно? Смеются знать, как хочут. Я потребую самых суровых дисциплинарных взысканий с такие штуки. Александр Иванович, ну ей-богу, уже обидно нам. Обидно, обидно. А ты думаешь, мне не обидно? Наскоком здесь ничего не сделать. Да если захотеть их обогнать, раз плюнуть. Ну ты думай, что ты говоришь. Здесь работа уйма. Может, от берега придется отказываться? То есть как-то без берега? Не, мы не можем. Замри ты! Рейс делаем своим чередом, а ремонт делаем своим чередом. И я объяснял, если взяться по-настоящему, какие получатся моторы. Оборотов на 112, не меньше. Ну, возьмемся, а? Сколько лет буфетчицей плаваю? А такого срама, как на Бербентище, и не видывала. Вера. Чего? Не Бербенть, а Дербентис. Ну, на Бербентис. Не все равно. Не в этом дело. Эх, Верусенька. Чего? Ничего. Почему мы садимся на мель у пристани? Почему делаем 8 миль порожнем, а? Да наладьте его правильное отношение с Астраханью. Что это у вас там за хрена этот баргай? Какой тебя боязнь напал? Во-во-во, у пристани номер 8 сели на мель? Да. Сели, целый час снимали. Снимали. Так это хоть изеля! А вы там не на изеля хилай. Что? А где дисциплина? Но. Где порядок? Но. Где боцман, который должен быть душой корабля? А где грузовой помощник? Боцман! Ты покажи пример, чтобы не торчали по суткам на стоянках. Вот тебе, хэ! Дизелями у нас форменный скандал. Так я и говорю, мы ползаем прямо как черепахи. А машины? Машины как работают? Я им кричу полный вперед, я им кричу, они с места. А рулевые? Типа работа стоять, покурите с ворлом дым. Покурить, покурить. Ты раньше машины почини. Ну да, сладишь, не ради таких проймешь. Граждане, ну что вы теряете? Да вас пушкой не прошибешь, механики тоже. Что? Да, что? Да, я, тихо, тихо. А ты молодой щи, говори по порядку. Оглохнешь, Славик. Нет, товарищи, так у нас дело не пойдет, если мы все будем кричать и сваливать вину друг от друга. А вот давайте так. Пусть каждый про себя скажет, что у него плохо. Вот это будет разговор. Вот я, например. Я отвечаю за машинное отделение. За машины. И что я должен сказать? Что у нас, плохие машины? Нет, машины у нас хорошие, только они не отрегулированы. Правильно, прекрасные машины. Только мы с ними мало знакомы. Значит, нужно еще больше познакомиться. Там и дело. И вы имеете право требовать с меня, с мотористов. И со всей команды машинного отделения. А иначе у нас работы не будет. Что же это получается? Один работает хорошо, а другой работает плохо. Я все время об этом толкую, ежедневно говорю, мастер. А потом в чем дело? Что у нас, плохая команда? Плохая команда. Набрали сбора по 8. Не согласен. Нет, я не говорю, команда у нас хорошая. Правильно. Ну не хуже, чем у Агамали. Правильно. У нас есть старые моряки, которые много плавали, много знают. Еще. У нас есть мотористы. Высокой квалификации. А что, факт? Факт, факт. Ты почини гудок. Специалист. Специалист. Поэтому, товарищи, каждый сейчас должен работать, засучивший рукава. И у нас сейчас положение такое. Стоять на вахте, читать стишки. Чтоб ты провалилась, если все забыла. Если ты смеешься нонче надо мной. Во-во-во. С этим, товарищи, нужно кончить. Работа сейчас вот как. Запомните. Правильно, Шар Иванович. Вся беда от вас, черт бы вас побрал. Моряки дальнего плавания. Замолчи. Я тебе скажу так, а ты слушай. Моя вахта, она от берега отказывается. И будет сидеть в машинном, и так наладить дизеля, что... Для наших ребят это что? Я как с командой жора подтянись. И пошел, потому что стояло жор. Правильно, товарищ, правильно. Наша бригада не подведет. Отказываемся от берега. То есть как это отказывается? Одна группа мотористов отказывается от берега, пока не отрегулирует машины. Правильно. Ну, если так, то и я заявляю. Заявляю при всех. В мою вахту посадки на мель не будет. Товарищ! У меня есть конкретное предложение. По-моему, надо что-то сделать. Вот это предложение! Тихо, товарищи, тихо! Давайте, господи, организованно как на собрании по порядку. Дайте я скажу. Разрешите мне, товарищ. Дадим слово комполиту. Говори! Знаете что, товарищи, давайте вызовем танкера Гамали на соревнования. Вот же так. Это что-то больно, чересчур...
Очень даже слишком нахально. Значит, товарищи, решено. Бросаем вызов. Да, да. Кто за? Единогласно. Единогласно. Какие же будут наши условия? Условия определенные, давай! Давай. Пункт первый. Мой костер туман не светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Начинается, Евгений Васильевич, склочная история. То, чего я больше всего боюсь на кораблях. Все надоело, Олег Сергеевич. А пуще всего постоянная тревога. Судно новое, масса механизмов. В трюме горящий груз. Кажется, крикни кто-нибудь, пожар. Сердце лопнет. А когда еще идут эти вообще разговоры, посылаются какие-то сводки, даются там разные обязательства. Да, конечно. В наше время без этого не проживешь. Надо. Ну, согласитесь, что это все-таки неудобно, Олег Сергеевич. Что? Ну, черт знает, почему опаздывают. Почему-то долго не подавали баржи на рейде. Очень неудачный состав команды. А в особенности этот, Басов. Все он выдумывает. Жили бы мы спокойно. Просто руки опускаю. Войдите. Я не помешаю? Нет, входи. Третий цилиндр, Александрович. Третий. Чего стоишь? Давай садись. Вот я все соображаю. Как нам лучше условия соревнований выполнить? Александр Иванович. Вот я все время думаю, сколько мы берем горючего? С запасом на 4 рейса? На 4. А что, если взять на один рейс? А? Тогда мы можем взять лишних еще 300 тонн. 300. 300 тонн. Так на кой же черт мы с тобой возим 4-кратный запас? Порядок такой. Ну да, для всемирного потопа. Наверное. Ну ничего, мы еще себя покажем на этом дербенте. Только мы, ребята, научились шариками ворочать. И ты пойми, гусей, тут дело не в тонах. Тут важно, что мысль возникла. Вот что главное-то. Гусей, ты у меня первейший моторист. Что, Александр? Я тебя уверяю, первейший. А это кто? Ваша жена. Жена. Бывшая. Расстались мы с ней навсегда. Неужели не поладили, а? Не поладили. Меня на Дербент перевели, а я это не устраивал. Вот и не вышло на жизнь. Я тоже. То есть, вы понимаете, девушку встретил. Ничего особенного. Самая обыкновенная девушка. Но только какой души человек. Необыкновенной души. Вы понимаете, все мне говорят, шпана, пропоится, а она свое. Гусейн, ты, говорит, большой человек. Это я-то. Все над ней смеются, а она меня любит. Вот что важно. Я пойду. А насчет жены жалко. Жалко. Ну, заходить-то будешь, нет? Буду. Ну, будь здоров. А зачем это ночь? Так было хорошо. Не болела бы грудь, не страдала душа. Полюбил я ее, полюбил горячо.
она на любовь смотрит так холодно. Ах, зачем эта ночь? Так была хороша. Не болела бы грудь, не страдала бы душа. И понимаешь, что получается? Пока мисс он курил, пел песни, судно рискнуло в правую сторону. И получается извилистая линия, если ее положить на карту. Правильно, из-за этого-то мы теряем во время. Совершенно верно. И нужно отстоять вахту так, чтобы добиться самых малых отклонений. Правильно, молодец. 23.49, 18.56, 71.08. 19.71. Конец. Тут целая куча сводок о Дербенте. Я уже смотрела. Поразительно. Кривая показатель Дербента прямо-таки прет в вещь. Помолчи. Молчу. А последний рейс они сделали за 68 часов. Ты слышишь, 68. Я бы хотела, чтобы Дербент оставался самым паршивым танкером нашего пароходства. Ты с ума сошла? Да, сошла. А Дербенте начинает говорить. Вот у него уже и слава. А для меня это стена. Понимаешь? Стена. Все кончено. Опять ты об Басове? Да, об Басове. Ах, Тарумов, был бы Дербент как прежде, я пошла бы к Басову, не выдержала. И, может быть, все было бы хорошо. Ну, иди, иди, в чем дело? Ну, как же я могу, Тарумов? Когда ему было трудно, он был одинок. А теперь, пожалуйста, пришла. Тарумов, я слышала, что Алексея Истаханова еще до его рекорда травили какие-то администраторы. Это правда? Правда, а что? Да ничего, странно как-то все бывает. Ты, моря, красивый сам собой, тебе от роду 20 лет. Превосходные цифры! Я посчитываю с удовольствием. Возьмите-ка последний рейс. 100%? 100%? А значит, и нам кое-что перепадет, а? И это с нашей-то командой. А вы представьте себе, Евгений Васильевич, если бы нам с вами настоящих людей, настоящий танкер, жизнь была бы, и, может быть, чем черт не шутит. А? Ну, хватили, хватили, батенька. Хотя, в чем дело? А, действительно, нефть. Баку, Каспийское море. Танкер Дербент. И я 30 лет плаваю. А я? 30 лет. Хотя у нас недостаточно ценят людей. А Александр Иванович, все-таки опять мы пришли с опозданием. Ну, ничего, это уж не в счет против прежнего. А вот мы здесь с Олегом Сергеевичем подсчитываем, вы знаете, получается картина. Подъем. Подъем. Эй, батенька, вам бы отдохнуть надо. Вы какой-то серый стали. Вы обязательства читали? Ну, обязательства. Я считаю, что нужно проверить еще раз каждую мелочь. У нас масса расхлябанности. Так вот с двигателями замерзло, это так. Да не только с двигателями. Вот если бы я был на проход, я взгрел как следует. Наговорили, наобещали, а сами только-только план выполняем. Хороший танкер, люди работают на совесть. Да я прямо за такие дела в тюрьму бы сажал. Дачка втирательство. Честное слово. Да. Как в тюрьму? Нет, нет, нет. Я не брал никаких обязательств. Мне их навязали. И потом, почему я должен за все отвечать? В Астрахани не хватает баржей для разгрузки. У вас там что-то с двигателями не ладится. Да, с двигателями. Я плаваю 40 лет. 40 лет! У меня незапятнанное имя старого капитана. Ну, что же это делаете, Олег Сергеевич? Вы же говорили, что у нас уже все хорошо. Евгений. Нет, будьте добры, обсудить этот вопрос с Александром Ивановичем, а я ей-богу не могу. Я собрался на берег, Симочкины именины сегодня. У меня что-то с сердцем, знаете, что-то покалывает. А вам действительно надо было бы отдохнуть. Он какой серый стали. Видели? А мы уж готовы были чуть ли не целовать его, как родного сына. Это страшный человек. Ах, оставьте, пожалуйста, Олег Сергеевич. Вы знаете, я, кажется, действительно очень исхудал. Исхудаешь тут. Ну, сколько оборотов было у нас в последний раз? Было 109. Сто девять.
я піду, хватить робити. Ну, успієш, успієш, що? Тетя у мене нездорова, на висить треба. Ти що це про тетю по радіо узнали? Мені радіст передав. Ах, радіст? Да. Катись, катись, воздух чище буде. Интересно. Никак моя армия приуныла. А ничего подобного. А что же робить? Что робить? А первый приказ такой. Шабаш. Все дела с машинами с головы вон. Сейчас все идут на берег. Как на берег? Как на берег? Как? Очень просто, на берег. Вот я помню в ВУЗе, во время учебы перед экзаменом, бывал сидишь над книгой. Сидишь, 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 голова, о, как котел. Но тут сразу компания, песни, девушки. Это так, вот это так, что я скажу, что так. А потом опять как новорожденный. Ясно? Ясно. Товарищ Помполит. Да? Как вы считаете, мы заработали право на веселье? Безусловно, товарищ Сергей. Перерыв. Расходись по каютам. Здесь по каютам. Да, и помните, товарищи, все должны быть хорошо побриты. В чистых костюмах и при галстуках. Андрюша, сбрызни ты голову каким-нибудь одеколоном, чтоб дух приятный был. Букетом моей бабушки буду пахнуть. О! И выводы. Он очень взволнован. Хорошо тем... будет сделано. Будьте любезны выслушать меня, я еще не кончу. На заводе и в пароходстве тоже интересуются. Вот инженер Нейман, знаете, который на заводе, он пишет. Во время приемки танкера инженер Басов категорически заявлял, что двигатель Дербента отрегулирован достаточно, и количество оборотов может быть увеличено. Что сделано в этом направлении? Механиком Басовым. Что мы можем ответить по этому поводу? Я отвечу сам. Пожалуйста. Я так и доложу капитану. Все хорошо. Черт! Ничего у меня в жизни никогда не получается. Меня буквально выживают с каждого места. Я чувствую, что меня не любят, что меня ненавидят и что от меня хотят избавиться. И все это только потому, что я всем доказываю, что работать можно гораздо лучше. Но неужели я ошибаюсь? Или я действительно очень тяжелый человек, неуживчивый, что ли? Как ты думаешь, а? Я думаю, ты всерьез загнулся. Ай, да нет. Просто я сейчас вспомнил всю свою жизнь. Тут работал я на заводе, подручным. Был совсем малограмотным парнишкой. Вот учили меня, помогали мне. Сначала Фабзауч, потом вуз, стипендию получал. Стал инженером. Ну, чего же еще, счастье. А вот теперь понял, что никуда я не гожусь. Вот. Вот бумажка. Бьюсь над ней, как безмозглый дурак. Воюю со всеми, а сам как слепой. Не говори глупо. Да ничего я не могу, ничего. Я вот давно присматриваюсь к третьему цилиндру. Вот здесь. К третьему? Да. Я все время за ним наблюдаю. Ну, наблюдаю, ну, как доктор. Вот здесь все есть? Ух ты, интересно. А ты знаешь, ты, может быть, и прав. Во всяком случае, надо попробовать. Надо попробовать. Че это? А ну, на берег. Ну, Александр Иванович, я же... На берег. Александр Иванович, именно в третьем цилиндре. Он это правильно сказал. Он давно думал об этом, только не решался вам сказать. Ох, да чего же у нас народ пошел противный. Александр Иванович, а что, если сейчас попробовать? Правильно. А ну, давай. Есть. Художник Айвазовский. Ага. Говорит, план на 200%. Ох, красота-то какая. Все виды рисовал сам товарищ Айвазовский.
Пойдемте. Мы сократили трассу обратного рейса от Астрахани. И тем сэкономили... Шахор в порядке. Сейчас мы уже добились... Это Изель Крёльч. Здравствуйте. Что нами предпринято все. И это тоже, товарищ Айвазовский. Показатели не так. Таким образом, товарищи, на основе социалистического соревнования и ударничества путем внедрения стахановских методов командование Дербента добилось полной ликвидации прорыва и торжественно обязуется добиваться в дальнейшем трудовых социалистических стахановских побед на великом советском транспорте. Товарищи, у меня небольшое заявление. Дело в том, что товарищ Касацкий, очевидно, выступал только от своего собственного имени. Позвольте, да-да, позвольте. Я потому говорю... что коллектив Дербента его не уполномочил. То есть танкер Шарайте. Находится в прорыве, и поэтому говорить о победах слишком рано. У меня... Грусенька, вы чего? Ты трав на нашем Дербенте. Не Дербенте, Дербенте. Все-таки какой художник? Айвазовский. Айвазовского слыхали? Слыхала. Правда, большой талант. А ну. Грусенька. А вы куда? У, свет. А? А? Ага. Ну к чему такие слова на основе? Путем внедрения. Именно. Только что началось какое-то действительно хорошее дело. А вы уже хвалитесь, нехорошо. Именно командование Дербента на основе соцсоревнований и ударничества добилось успеха. И это надо утверждать уже сейчас, что бы там ни говорили. Но надо было как-то иначе. Как? Скромнее. Скромнее, батенька. В наше время на скромности далеко не уедешь. Я счастлив, что познакомился с вами. Мне тоже очень приятно. Мне про вас рассказывал один моряк. Его зовут Гусейн. Вы знаете Гусейна? Знаю. И завидую каждому, чье имя вы только произносите. Вы знаете, он настоящий моряк. Кто? Гусейн. Где он только не был. В Сингапуре. Ну, знаете, для моряка это самое обыкновенное дело. Вот я, например... Я изъездил полсвета и большую часть жизни провел в пути. Знаете, что может быть чудеснее ночи в незнакомом южном порту? Вы приходите с моря, судно приваливается к стенке набережной, вас обступают береговые огни, и вы слышите голоса, говорящие на незнакомом языке. А в вашем распоряжении только одна ночь. Я... Романтик моря. Верушенька, я вам скажу откровенно, такая гражданка, как вы, могли бы составить счастье любому лучшему морскому волку. Но это вопрос серьезный. Пойдемте доставать. Сколько времени мы не виделись с ним, а он не давал о себе знать. Он выкинул меня из головы. А мне так не хватает его Таруна. Муся, тебе нужно с ним поговорить, все объяснить. Отойдите вы, где танцует. Давай. Синя.
пойдем отсюда, он подумает, что я ищу его. Я так боюсь и ничего не могу с собой сделать. Старуна. Муся! Я был уверен, что я тебя здесь встречу. Знаешь, 10 дней тому назад, когда я приходил домой... Но ты же оставил записку. Я взял белье, Васов. А записка была глупая, но мне белье было действительно нужно. Ты знаешь, Муся, я понял, что люди часто ссорятся из-за простой недоговоренности. А вот я особенно часто бываю несправедлив к людям. Вот увлекусь какой-нибудь идеей, и абсолютно перестаю обращать внимание на людей. А они от этого страдают. Ну, а как ты живешь? Ничего. Хорошо. Ты знаешь, я, пожалуй, даже счастлив. Счастлив. Ну что ж, я очень рада за тебя. Болезнь это во мне сидит и чуть что я с катушкой. Нельзя мне без товарищей. А таких, как Старпом, я бы огнем выжег, расстреливал бы, чтобы их духу не было. Духу не было. Снимай пиджак. Оба под кран. Надень мою рубашку. Хулиганство. Хорошо, товарищи выручили. А то опять все говорили, что на Дербенте всякая шпана плавает. Сколько труда положили, чтобы авторитет команды поднять и... Эх. Интересно, с чего бы это? Александр, не любит она меня. Кто? Девушка моя. Женя. Женя, говоришь? Да. Женя любит. Ну да. Честное слово, любит. Сто тринадцать оборотов, товарищи! Аварию, потерял самоходность. Широте 43-35 нордовой, долготе 18-03 остовой, точка. Идите помощь, берите буксир. На, передай.
Большого достоинства корабль тянет, товарищ комполит. Да, танкер Гамали. Где-то он нам помог в люди выйти, а? Верно? Верно. Ну, так там ребята мировые. Украшать мою каюту цветами. Какими цветами? Заберите все эту дрянь, выкиньте ее сейчас же куда-нибудь. Ну, это чистое недоразумение, товарищ Александр Иванович. Добрый вечер, Верусенька. Норд-Вест бушует море. А танкер разбивается волна, душа моя полна. Какой вы еще ребенок, Алексей Петрович. Вера. Танкером, то ты хочешь, чтобы Басов оказался героем. Господи, боже ты мой, пойми женщин. Я заявляю совершенно официально, товарищ Кутасов. Надо принимать мер. Нет, нет. Так держать. Я требую. В противном случае я приму командование на себя. Вы понимаете, нужны срочные меры. Правильно, больше ждать нельзя ни одной минуты. Это непостижимо! Что же прикажете мне делать? Ну хорошо, товарищ Брейдис.
не понимает. Ведь вы же инженер, вы же должны понимать, что борьба с пожаром на нефтеналивном судне безнадежное дело. Знаю. Трудное, а не безнадежное. Я отвечаю прежде всего за свой корабль, за своих людей. Ну, вы тоже отвечаете людей. И за тех, что там отвечают. Я как капитан, я... Будьте настоящим капитаном. Товарищ капитан, ваше распоряжение выполнено. Шлюпки приготовлены к спуску. Товарищ капитан, слушай на радио Агамали. Агамали сообщает. Продолжаем борьбу с пожаром. Положение трудное, ветер крепчает. Решено. Идем к ним на помощь. Радируйте. Распоряжением капитана идем вам на помощь. Есть, товарищ капитан. Кто здесь капитан? Вы. Я не позволю. Постойте. Ну, хорошо. Я прошу зафиксировать в вахтенном журнале, что под давлением партийной группы я принял решение. Хорошо, запишем. Мы принимаем и подчеркиваем. Всю сложность и ответственность данного предприятия. Капитан Кутасов принял решение идти к горящему кораблю. Чего же вы стоите? Действуйте согласно моим распоряжениям. Курс на горящее судно. Лево на борт. Лево на борт. Аварийные капитана Порта. Я, Дербент, нахожусь в 42-36-17-02. Пожар ликвидирован. Экипаж танкера Агамали снят и доставлен на борт Дербента. Запомполита Басов. Нет. Басов. Скажите, что с гупей? Не волнуйтесь, граждан, у вас всегда чувствует прекрасно.
лазарет. Не толпитесь, товарищи, давайте назад. Спит. Пошли. Сюда, трактарочка, сюда. Говорила, что ты настоящий парень, а надо мной смеялись, и как смеялись. А что ж ты плачешь? Я не плачу. Раз, два. Еще раз. Раз, два, три. Уже? Мамочка, Андрюша, милый, как здоровье твое. Ничего, а что ж выходит? Ты чего, до свадьбы заживей. О, корешки. А что ж тебе по здоровью? О, Катя. О, Мина. О, молоко. А Тося, Тося. О, Тося. Тогда я взял курс на горящее судно. Как дела, Тося? Как команда во время пожара? Моя команда... Моя команда была на высоте. Ура! Закричала моя команда. Прошу повторить. Ура! Готово. Простите, пожалуйста. Ну, что? Ты слыхал? Мне говорила Симочка, Симочка говорила, Иван Матвеевич, Костаской арестован. Да, это я его арестовал. А к Симочке больше не ходи и вообще смотреть у меня. Жаль. У нее здесь муж работает. Да что у нас, Попяк, жил, что ли? А что Басов? Басов живой. Отойдите от борта. В общем, давайте проходите. К нему уже пришла одна жена. Довольно. Гражданка, проходи. Держи. Бабуля, не могу, бабушка, не могу. Папаша, пройдите сюда. Не могу, бабушка, поймите меня. Товарищи, последние месяцы нашего плавания на Дербенте мы будем помнить всю жизнь. Ну где же Басов, Тарунов? Где он? Мы выросли, проверили свои возможности, нашли свои таланты. Стахановское движение на танкерах. Басов! Я Стахановский, я командир, ты уж не узнаешь меня? Проверить меня пришла. Так, так, вспомнила. Представь, я не узнала тебя. Мне показалось, что это чужой. Разве так изменился? А что это у тебя на лице? Это жоги. Но это ничего, это скоро пройдет. Скажи мне, командир, ты вспоминал меня хоть немножко? Вспоминал. И вообще часто думал. Я всегда говорила, что ты странный. Но не такой, как другие. Вот ответь мне на один вопрос. Только дай слово, что скажешь правду. Даю. Вот если бы я тебя позвала сейчас на берег, навсегда, ты пошел бы? Нет, не пошел. Я влюблена в тебя сегодня, командир. Как будто мы в первый раз с тобой познакомились. Делом чести, делом доблести и геройства.